Сначала по внешним условиям. И теперь во внутреннем. Входим глубоко в партнера и опускаем локоть. Сначала вход, потом локоть. Или не входим, а прямо берем партнера. Входим глубоко или прямо на этом месте двигаемся. Делаем результат. И возвращаемся к партнеру. Или идем во внешнюю сторону. И кё, пожалуйста. Еще одно повторение. Опускаем руку, например, сейчас идем во внешнюю сторону. Вот эта левая нога не особенно должна двигаться, растягиваться. Мы отсюда опускаем руку. И когда захватываем руку, нога должна подтянуться на близкое расстояние. Поэтому не нужно здесь слишком открывать руку. И из этой позиции возможно сделать и омоте, и ура. Поэтому это получается позиция, с которой вы можете сделать оба варианта выполнения. Если вы стоите вот так, то вам будет очень сложно сделать вариант. Омоте и в случае омоте тоже. И в случае ура. А ноги должны быть сдвинуты. Еще одно. Когда вы входите в ужас, когда вы опускаете локоть партнера, левая рука и левая нога должны быть вместе. Очень близко. Такого мы не делаем. Когда я вам объяснял о том, как нужно тренироваться на секундах, я вам говорила, что нужно, как нужно выстраивать официальную позицию. В любой технике я вам так, но, например, в осайбата, в икё. Когда вы думаете в этой технике, самая устойчивая, красивая позиция, вытянутая спиной? Сначала, наверное, сначала, да? Но когда вы начинаете двигаться, начинает разрушаться ваша позиция, немножко странно становится. Но в последний момент можно эту позицию опять исправить. Поэтому мы должны тренироваться так, чтобы последняя позиция тоже была выполнена. Посмотрите, пожалуйста, на ваш тело. Например. Что случилось с моей спиной? Что случилось? И мы, у нас не должно быть привычки заканчивать технику в вот такой позиции. Очень важно, очень трепетно относиться к последнему моменту. И очень важно, куда вы смотрите. Например, отсюда. Вы смотрите вот туда или вот в сторону.
Если я буду это делать, то я буду смотреть вперед, конечно. А потом? Смотрите ли вы вот так сразу? Или смотрите вот так? Если я делаю снимку, то я смотрю вперед. Поэтому, когда вы двигаетесь,